24 сентября 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Плевать через плечо налево – суеверие. Плевать направо – юриспруденция. Написал я какого ж числа? 20, по-моему, ноября 2010 года. Глаза Фемиды завязаны, поэтому правосудие, аппетиты, как у слепой лошади. Еще один мы на эту тему афоризм. Про адвоката еще есть, если про юриспруденцию говорим. Адвокат – это человек, который помогает постоять за себя, чтобы вы не сидели за других. Пожалуй, там хватит.